Итак, всем здорово, пацаны. Как на связи с вами Колян. Все, долго не выпускал видос, извините меня, ребята. Короче, сегодня, короче, гайд, перевыпуск. Гайд, так называемый, 2.0 по генерации материи. Итак, поехали. Короче, ребзи, я много чего переосмыслил и так далее. Короче, что вам нужно для генерации материи? Во-первых, в тот раз у меня забивалось... Во-первых, у меня не стояла ME-сеть. Нужна всегда, должна быть ME-сеть стоять. Короче, чтобы как бы автокраш, ну, коробочки сюда складировались, получается. Карта памяти у меня стоит тут на 64К и так далее. 460 тысяч коробок. Вот. Получается, у меня здесь коробка стоит, шины импорта и шины экспорта подает. Что вам еще надо, чтобы делать дофига? Иридия, урана, чего угодно. Я сейчас в шахту не хожу и так далее. Смотрите, вам нужно очень много реакторов. Например, на уране и либо на мохе. Тот же плутоний, да? Надо перерабатывать постоянно и так далее. Чем больше энергии, тем больше. Видите, у меня сейчас реакторы сейчас наглядно на гайд покажу, как это все работает. Вот, например, вы первый реактор на уране переработали. Ну, например, у вас плутоний. Закончился реактор на этом, на мохе. Смотрите, перерабатываю щитрёный объединённый на мох. Получается плутоний. Смотрите. Тут я посмотрю, у меня не переработал. Опа. И смотрите, вот, например, урановые стержни на примере, да? Переработались уранные стержни, да? Нету... Чем больше реакторов на уране, тем лучше, ребят. В чем прикол урановых реакторов? Вы ставите как можно больше там реакторов. 48 на этом сервере. Excalibur Craft. Ссылка, кстати, будет в описании на этот проект. Так вот. Ставите эти мох стержни. Урановые, точнее. Поначалу урановые, потому что, ну, как бы, мох у вас нету. Чем больше урановых стержней, тем лучше. Вот, у меня, кстати, накопилось, но сейчас не суть. Так, вот смотрите, получается у вас кусочки плутония из мох, точнее из этого. Кусочки, вот они, кусочки. Сейчас переделаем, ребят. И вот так, раз, два, три. Сейчас я вам покажу, чем больше реакторов, тем лучше. Вот вы переработали плутоний, все. Точнее, уран в плутонии. Вот уран у меня есть, получается. Урановые кусочки. Точнее, плутоний для начала. Берете плутоний. Плутоний. Берете плутоний. Вот раз. И сейчас два. И получается, что нам надо еще? Уран. Объединенный уран. Точнее, объединенный уран, а вот уран 238. Раз. И два. Раз. Ну, у меня его, конечно, много. Я еще покажу, что к чему, потому что вот у меня еще есть уран такой измельченный и такой. А вот берете вот эти кусочки. Так вот, что насчет генерации материи? Чем больше вы энергии подаете, тем лучше. Ну и коробки с утилисырьем я вам показал, как подключать, что делать и так далее. Ну, так бы такой вот. Берете вот сейчас. 20, вот, вы сделали, получается, все. У вас готов, ну, типа... Ну, смотрите, если у вас по возможности нет костюма защитного, ну, лучше иметь квантовую броню, квантовый шлем. Вот видите, он у меня тратит энергию только. На этого надо быстро сейчас закинуть сюда мох топлива. И чем больше стержней наделать. Сейчас, ребята, стержни, железные стержни. Железные стержни. Я это монтирую, кстати, не буду. Так, как есть, запишу, покажу и так далее. Вот. Вот я о чем. Сейчас, ребятки, подождите. Железные стержни. Переделали. Вот. Раз. Кстати, эта схема очень легкая, простая. Короче, вот я ссылку на нее тоже выложу в описании. Вот эта вот схема на 1400 аж юзатик выдает. У меня таких сейчас стоит 4 реактора. Так, и нам еще что надо? Стержни на уране. Потому что у нас вот этот реактор переработался, видите? Так, урановые стержни. Так, а что за херня, блядь? Опять баги, ебаные, блядь. О боже, блядь, как заебут. Давайте-ка сначала вот этот сделаем. Короче, сделаем вот это. Обогащенное урановое топливо. И потом дальше пойдем. Раз. Так, стержни опять нам надо. Стержни пустые сделать и заполнить их ураном. Потому что здесь у меня стоит именно на уране. Но
лучше, чем больше сделать на уране первым делом. Чтобы у вас отработали стержни на уране и превратились в обедненные. Из обедненной уже плутоний делается, как правило. Вот. Такой вот. Железо. Железные пластины. Смотрим. Вот смотрите, видите, железная пыль. И из чего она получается, кстати, о птичках. Вот. Нажимайте рецепты. В чем круто вот этих стержней. Вот. Кусочки плутония, плутоний и еще к тому же железную пыль вы получаете. Вообще кайфово, да? Как бы, да, круговорот такой идет. Это чисто, да, то чистые стержни. Железные. А, так, сейчас, ребят, подождите немножечко. Закинем заново. Закидываем. Придется смонтировать. Вот. Например, сделали сейчас стержни. Стержни. Где эти стержни-то? Так, так, вот они стержни. Например, берем уран. Урановые стержни берем. Закидываем стержни. Больше реакторов на уране, тем лучше. У меня просто на плутонии, я просто уже много переработал реакторов вот на таком вот уране. Вот. У меня не перерабатывается и получается плутоний. Вот. Вот у меня реакторы стоят. На мох стержнях. И они выдают, вот я вам уже сказал, 1494. Где-то 1000, вот на этих 1498. Таких видели у меня сейчас 4 реактора. 4 на уране, 4 таких. Но и здесь у меня постоянно вот урановая руда копится. И вот, пожалуйста, как быстро делается материя. И что вам еще нужно? Сканер получается, хранилище шаблонов и сам репликатор. Здесь, ну, руду как ложите, сканируете. Здесь получается хранилище шаблонов и... Ну, здесь сохраняет и передает уже вот в репликатор. Вот, пожалуйста, я стоп сейчас остановлю, у меня там дофига чего можно. И алмазы, и железо, что угодно. Так вот, чем больше вот этих вулканических прессов, тем лучше. И самое хорошее, самое, ну, самое простое, наверное, да, наверное. Ну, наверное, вулканический пресс самый простой, но есть еще вот такой генератор булыжника. Ставите узел передачи предметы. Взаимодействие с миром, улучшение, улучшение скорости и улучшение стак. И вот, воду славы, и булыжник тут, и так далее, и постоянно работает. Вот я сделал такой и такой генерацию булыжника. С помощью вулканического пресса получается, здесь у меня выходы стоят. А здесь получается уже, ну, получается, от утилизатора все идет в этот. В циклический сборщик, забирается сюда сначала, потом переходит вот сюда. Сначала вот. И шина импорта, шина экспорта. Вот она, шина экспорта сюда идет, а шина импорта забирает в МЕ-сеть. С МЕ-сети уже идет вот в шину экспорта попадает. И вот сюда идет выставлено, короче. Так вот, теперь, ребят, немного рекламы. Короче, конец видео, немного рекламы. Покажу сейчас свой варп. Короче, называется варп Big Baby Tape. Да, мой варп, как бы, заходите... Покупайте все, что есть. Короче, Big Baby Tape. Да. Конечно, сварганил ник. Такой вот. Так вот. Короче, все продается. Шерсть, пожалуйста. Тут это, блядь, резина. Коробка с утилем. Если надо, уран 238. Олово, медь. И вот уже скупили у меня железо. Что еще немаловажно на этом магазине есть? Бесплатные механизмы. Тот же. Зарядка. Зарядка вашей этого вашей брони. Получается, вот бесплатные механизмы теперь. Смотрите, вот стрелочки тут. Переходите, ребята. Вот дробитель, вот печь. Ну, вот вы поняли, короче, что надо развивать ферму. Вот такую вот из, наверное, из материи. Нужно вот такие вот вулканические утилизаторы, вулканические прессы и много-много энергии. Особенно на начале развития вообще надо много энергии. Вон, видели, солнечные панели у меня там, ветряки стоят и так далее. Их по-лучшему уже МФСУ иметь. Не МФЕ, там, не первого уровня, а именно МФСУ, чтобы... Хотя бы одну МФСУшку, чтобы иметь какую-то энергию, чтобы передрабливать руду и так далее. Ну, с вами был, как всегда, Колян. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.